Thank you.
сегодня последняя лекция. И я первоначально планировал, что экзамен будет у нас на следующей неделе, в эти часы. Однако я подумал, что, может быть, вам будет лучше, если экзамен будет не в следующий раз, а через один раз. Объясняю, почему. Чем это будет лучше? Это будет лучше в том плане, что к следующему разу я не успею, а через один раз я успею положить на сайт независимого содержания сегодняшней лекции. Вот. Так что, кроме того, еще будет лучше, что у вас будет больше времени на подготовку. Это с плюсовой стороны. А с минусовой стороны, значит, через один раз это уже будет ближе к концу апреля. И, как известно, в конце апреля начинается, во всяком случае, в независимом университете, всякие там подготовка к экзамену, к концу курса и так далее. Поэтому давайте вы решайте, кто хочет, чтобы экзамен был в следующий раз, поднимите руку. Кто хочет, чтобы он был через один раз? Так, значит, непонятно. Значит, я так понял, что три четверти аудитории считают, что вообще не нужно никакого экзамена. Я раз понимаю. Вот. Ну, значит, мы тогда, исходя из демократических принципов, примем единогласное решение, что будет через один раз. Вот. Хорошо. Теперь несколько слов про сегодняшнюю лекцию. Значит, сегодняшняя лекция будет отличаться от предыдущих тем, что в предыдущих лекциях мы учились писать, произносить тексты по самой математике, непосредственно математические тексты, почти формальные, но формальные в том смысле, как это сейчас принято в литературе, формальные математические тексты. Сегодняшняя лекция посвящена тексте о математике. То есть, выражаясь высокопарным языком математической логики, это будет не математика, а метаматематика. То есть разговоры о, а не сама математика. Такие тексты возникают, во-первых, всегда в предисловиях и введениях к статьям и книгам. Кроме того, они чаще всего появляются в замечаниях, когда в тексте статьи или книги имеется замечание. Обычно тот текст, который там идет, это не математика, это разговоры о математике. Наконец, они возникают во всяких формальных комментариях и также неформальных комментариях. Иногда они перемешиваются с чисто математическим текстом. Фраза может начаться с математического утверждения, а потом поменять свой жанр и перейти в разговор про то, что было сказано. Например, фраза такого типа значит, следовательно, там, следовательно, мы, нет, следовательно, А влечет Б, ну, какое-то утверждение такого типа. И таким образом мы получили простое доказательство теоремы там, Гаусса. Вот. Так что такие
комментарии, они бывают неформальные и встроенные в математический текст. Значит, какие общие вещи нужно помнить, когда вы пишете введение к статье или комментарии к чему-то, или выражаете благодарность, это тоже отдельный жанр, значит, метаматематический. Обычно в конце статьи имеется то, что по-английски называется acknowledgement, где автор или авторы выражают благодарность отдельным лицам, ну, в вашем случае, наверное, научному руководителю, и также ссылаются на те гранты, которые им дают деньги. Это сейчас с этим очень строго, если вы получаете гранты, свои публикации на него не ссылаются, то РФФИ может считать, что это не публикация, и тем самым не возобновить грант, если об этом идет речь. Ну хорошо, значит, вот достаточно предварительных замечаний. А теперь, значит, перейдем к самой лекции. Значит, хотя я обещаю выложить за несколько дней до экзамена текст сегодняшней лекции, я все равно советую вам ее записывать. Лекция будет очень скучная, потому что я просто буду приводить те или иные штампы, которые встречаются в таких, так сказать, метаматематических текстах. We prove
consider construct generalize
Ну, а тут дальше можно, например, from the point of view of чего-то. И, например, здесь можно было написать from the point of view of quantum field theory. Okay. Можно. Учится по-разному. Then writes to. Ну, дальше to the case of такое. Значит, вот такие три стандартных начала аннотации. При этом, значит, это все статистически, если посмотреть большой объем статей, то примерно 70-80% начинается с одной из этих фраз. Однако бывают абстракты, которые выглядят как математический текст. То есть там написано let, что-то такое, или что-то такое еще, consider то-то, then we will prove that to-to-to-to-to. Значит, то есть такой прямой математический текст, он вполне возможен, но обычно действительно все начинается с таких вводных слов. Теперь, я так смотрел довольно большой набор абстрактов и таких стандартных выражений, которые именно в абстрактах встречаются, я практически не нашел. Ну вот парочки все же. Написал second, может быть и first, может быть и third. Дальше we, а что там we будем делать, это уже может быть все что угодно. Ну, например, давайте я напишу. You sure that? Ну вот в двух, значит, абстрактов я нашел такое выражение веселенькое, которое я хочу вам приписать. Она может пригодиться и в других контекстах. Among other times. Кстати, насчет этого that, это маленькое отступление. Значит, когда мы говорим we prove, значит, мы можем говорить we prove theorem. Значит, это такая ситуация. Prove тут то, что я называю ссылкой. Но есть такое. Prove that. Это that обязательно. Если дальше идет утверждение.
глобальное утверждение, а утверждение. Теперь we show is this that всегда должно быть. Нельзя сказать we show theorem 5. Это не по-английски. Так, ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать про абстракты. Теперь перейдем к введениям или предисловиям. Если речь идет о книжке. И тут, значит, количество штампов сильно увеличивается. Их очень много, но сколько-то я написал, естественно, что бывает их много больше. Начнем с такого. This book. Вначале я буду перечислять такие штампы, в которых говорится, о чем эта книжка. Это довольно естественно встретить в начале введения. И о чем эта статья. Значит, можно так. This article. This paper, this chapter. Approach.
Так, еще несколько совсем стандартных фраз такого же типа. Кстати, вы помните, на предыдущей лекции я говорил про такую конструкцию со сдвоенными. Значит, союзами both and. Both что-то такое and. По-русски это переводится и. Вот, здесь тоже можно было так сказать. We study both the methods of algebraic topology and, ну, скажем, там, smooth manifolds. Или лучше, both the methods of algebraic topology and those of the theory of smooth manifolds. Значит, здесь это those of замещает слово methods. Так. Ну, еще такая затасканная фраза. Теперь еще имеется целый ряд штампов, где говорится, на чем данная книжка или статья основана. Значит, this book is based. Совсем по разному смысле смысла. Может быть on a lecture course that yeah.
персонаж теж. Thank you.
считать универсальным? Я не знаю ни одной письма приличной, которую можно было читать, не знаю, не надо. Дальше в вводных частях часто имеются исторические замечания типа того, откуда все это взялось. Вот я парочку таких вам выдержу.
при переводе на русский тут, естественно, сказать «истоки». Можно точку поставить или надо указать название тогда?
Значит, можно вставить номер ссылки, если вы хотите, в любое место. После уборок или после Риммана. Вот. Но можно без ссылки, это просто точка. Да, да, да. Полная фраза без всяких Thank you.
комментариях. Значит, у меня осталось полчаса, и я не успею за эти полчаса выписать все штампы, которые у меня тут написаны, поэтому я предлагаю дальше действовать таким образом. Я буду читать вслух, но вы, если разберете, запишите, не разберете, не запишите, как получится. Вот. И раз мы решили экзамен сделать через раз, то где-то через неделю или чуть позже появится уже на сайте список всех этих штампов, и может некоторые новые появятся. Да, кстати, значит, 7-я лекция, по-моему, уже лежит на сайте, во всяком случае, я сегодня ее отправил. Вот. Седьмая лекция, ну, в смысле, моя запись 7-й лекции, несколько отличается от того, что я вам говорил. Я ее, когда набирал в компьютер, немножко переделал. И она лучше и содержит больше материала, чем то, что было реально на лекции. Значит, следующее – это комментарии. Ну, как правило, среди комментариев часто встречаются такие, где объясняют, откуда то или иная вещь взялась. Ну, например, this material, материал, originated in the remarkable work of Иванов. Originated in, можно сказать, возник или начало было положено в таком духе. Ту же самую семантику можно сказать, выразить совершенно по-другому. It was кто-то, ну скажем, Эмиль Артин, who first defined the break group. Значит, it was такой-то, who first сделал то-то, то-то. There are several proofs of. Ну что же, типичный комментарий, что вот эта теорема имеет много доказательств. Опять-таки, из штампов, где даются ссылки на первоисточник, такой штамп. Our approach to, например, this problem follows the work of Петров. Our approach to этой проблемы следует за работой такого. We don't know who invented, или we don't know who proved ну, ту или иную теорему. Дальше типичная фраза. Название науки или отдела науки. И фраза такая. Functional analysis has many applications. И, например, это можно продолжить. Has many applications to что-то такое. Или даже так. Has many applications in particular to. В частности, к. Еще примерно тот же смысл выражается так, такой фразой. Our treatment of того-то. Значит, ну, например, the theory of self-adjoint operators is based on ну, скажем, the work of von Neumann. Значит, наше изложение того-то основано на работах такого-то. Значит, такой штамп.
уже обсуждение, значит, мы переходим к обсуждению теоремы или понятий, значит, такой полезный штамп. This theorem is the main connection between тем-то и тем-то. This theorem is the main connection between combinatorics and representation theory. Еще такой комментарий про объект. The temporally algebra is a classical object in той или иной науке. Значит, алгебра темпорально-либо является классическим объектом в или the temporally-либо algebra is the main ingredient of. Значит, ингредиент — очень хорошее слово английское, которое часто используется, значит, в математических текстах. По-русски оно чаще встречается в кухонных рецептах и редко в математических текстах, а в английских все время попадается. Значит, такая-то алгебра является основной составной частью того. Вот. Теперь дальше такие исторические замечания. Откуда это взялось? Значит, ну вот такое. The computation of areas goes back to the ancient Greeks, например. Значит, вычисление площадей, как по-русски сказать, goes back to, уже было у древних греков. Значит, дальше такая фраза. The first substantial achievement. Substantial achievement – это значимое достижение. In той или иной науке is due to. Вот is due to, это, давайте я напишу это. Сейчас встречается. Это все это описано. Значит, а дальше пис, значит, кто это придумал или сделал. Вот так. Тут можно даже продолжить. Is due to, дальше запятая. Значит, is due to John Smith, запятая, who proved ту-ту-ту-ту-ту. Вот такая уже более редкая, менее стандартная фраза. The discovery of чего-то, скажем, of the quantum group, was surprising. Было удивительно. И еще у меня осталось два штампа в комментариях. Такое. These results were immediately noticed by там, например, может быть, имя математика, were immediately noticed by Vaughan Jones, и дальше можно продолжить, запятая, who сделал то-то, то-то. Ну и стандартная фраза без пробелов, значит,
the following problems remain open. Следующая задача остается открытой. Так. Ну и последний раздел сегодняшней лекции. Он более короткий. Это, значит, благодарности. По-английски это называется acknowledgments. Я это не написал, давайте я напишу. Свою первую или свою очередную научную работу, так у вас будет сказано: I am grateful to my scientific advisor Иванов for setting the problem and valuable discussions. Значит, я благодарен своему научному руководителю Иванову за постановку задачи и за ценное обсуждение. Такая более общая фраза, которую можно по-разному модифицировать. I would like to thank, I would like to thank там кого-то for за то, что он или она все что угодно там, обратил внимание на ошибку там, corrected a mistake или read the first draft of the paper и так далее. Так, теперь очень часто встречается значит такая фраза: part of this work was carried out in или at the University of California in Berkeley. На этом можно остановиться, а можно продолжить эту мысль. Например, сказать такую вещь: I am grateful, я благодарен, for the excellent working conditions there. I'm grateful for the excellent working conditions there. Вот. Значит, дальше еще благодарности людям. Значит, my thanks go to, можно и так сказать, my thanks go to тому-то, ну, скажем, who indicated что-то такое, или who gave me the reference to то или иное работу. Значит, еще часто встречается такой длинный штамп, значит, I am grateful to Имерек, запятая, who read a first draft of this paper, который прочитал, draft это значит, это вы знаете, конечно, это черновик, a first draft of this paper, и можно там добавить, and corrected, some errors. Вот. Ну и наконец, что совершенно обязательно, в конце нужно сослаться и выразить благодарность за гранты. Вот тут у меня тут выписаны три таких штампа. This research was partially supported by грант номер такой-то.
гранд РФФИ номер такой-то. This research was partially supported by. Вы спросите, почему partially? Это обязательно они пишут, потому что если вы напишете, что вас supported, то подразумевается, что вас полностью этот грант поддержал. Вот. А нет, он только частично вас поддержал. Вы хотите, чтобы еще там другие гранты дали. Поэтому пишите вас partially supported. Это стандарт. Ну, если вы не хотите это подчеркивать, можно написать так. The authors, или the author, если он один, acknowledge the support of grant номер такой-то. Значит, бывают такие более сложные фразы, когда есть несколько авторов, они разделяются. The first named author, первый названный автор, was supported by ту-ту-ту-ту-ту. Там, а третий был там чем-то другим суппортом. Вот. На этом, значит, кончается мой список благодарностей, acknowledgements. Теперь, значит, несколько замечаний. Никакого домашнего задания я вам не даю. Значит, к следующему разу вы, то есть к экзамену, вы можете спокойно готовиться. И если кто-нибудь написал сочинение, которое полагалось написать в следующему дню, я сейчас пойду к себе в свой офис и там готов это почитать. Еще я хочу сделать несколько замечаний, касающихся именно вот таких вот полугуманитарных текстов про математику, в отличие от текстов математических. Вот, когда вы пишете введение, комментарии и так далее, не надо впадать в основную ошибку русскоязычных авторов математических текстов на английском языке, а именно не нужно писать длинные фразы, которые повторяют русскоязычные конструкции. Если у вас там будет несколько длинных фраз, то гарантированно можно сказать, что хотя бы одна из них будет абсолютно несуразной. Потому что так по-английски не говорят. Вот. Поэтому желательно такие тексты писать простыми короткими фразами. Конечно, вам хотелось бы блеснуть остроумием, литературной красотой или еще чем-то другим, но если такие попытки приводят к безобразным, а иногда бывает и смешным для носителей английского языка текстов, то лучше не надо. Лучше писать короткими, простыми фразами и не надо придумывать из своей головы штампы, новые английские штампы, просто глядя на русский текст. Вот. Значит, это такое основное и важное замечание. Оно касается также и также и математических текстов обычных, то есть прямых математических текстов. И самое последнее, значит, мне преподавательница английского языка в вышке прислала большой набор дипломных работ или курсовых работ на английском языке. И я их просмотрел в надежде, что я найду там какие-нибудь характерные ошибки. Я действительно нашел там кучу характерных ошибок, но ничего нового, то есть это в основном те ошибки, которые на самой первой лекции я вам продемонстрировал. Ну вот, по-моему, как раз на первой лекции я не сказал, что нельзя говорить «the both». Ну вот, значит, у меня два раза я нашел в этих текстах несуществующее заражение от «the both».
значит, both A and B, это правильно, do both A and B, это не английский язык. Вот. И, конечно, значит, в большинстве работ полный провал по артиклю. Артикли там ставятся как попало. Впрочем, значит, пишущие эти сочинения в основном придерживаются такой стратегии. Если не знаешь, какой артикль ставить, лучше не ставить. Вот. И не ставят вообще артикли почти нигде. Вот. Это, между прочим, не такая глупая тактика, потому что носитель английского языка, читая такой текст, сразу поймет, что это написал человек, который не знает, как обращаться с артиклем на английском языке. Поэтому он сумеет восстановить правильный артикль, если он понимает материал. Вот. В то время как если человек ставит неверные артикли, то дается, что англоязычный читатель будет сбить с толку и не будет понимать вообще, о чем идет речь. Вот такие замечания по поводу этих текстов. Я, честно говоря, думал, что эти тексты будут такие более гуманитарные, и при подготовке к сегодняшней лекции я бы указал на те ошибки, которые возникают в гуманитарных текстах, но нет. Почти все эти тексты — это просто прямые математические тексты. У них, конечно, есть введение, но значит, ничего такого особенного и статистического значимого из этого анализа я не извлек. Ну что ж, значит, в следующий раз мы не встречаемся. Вот, но я буду здесь. Вы можете ко мне подойти в мой офис и там задать вопросы, если такие у вас возникли при подготовке. Вот. А сейчас на этом мы кончаем, и я буду у себя в офисе, если вы не хотите попадаться. Если у вас есть какие-то другие вопросы. Thank you.
вообще, ну, вот этого опыта, не говорю, котировки, не котировки, когда у меня сейчас моя подкурка отрывная, я не знаю, не слава сына, не знаю. Я как спичила. Да, это все было. Все не просто. Фу. Сегодня надо остаться. Да? Надо. Ну, я не знаю, я лучше пойду почитаю что-то. Ну, значит, вот так это хрень происходит. О чем? Я листочка. А ты о чем? Да. Ну, там, первый источник, первый, второй, третий, источник для меня. Могу я от меня? Ну, так, я хочу врачу и начинаю. А я хочу врачу, я думаю, не знаю. Не знаю, что хочу. Ну, это же. Не знаю, что там дает. Мне сердце. Да, мне кажется, что все это. Я не уверена, что она пришла, что я его взяла. У меня есть кусок текста. Что-то может сейчас показать в астрологии. Тем самым скажет время топологии. Почему мне должно быть завтрак минут? Сэкономить время от топологии? Ну, когда я читаю, я не шарю вообще. Вот, поэтому... Мне же кусок есть не такой большой. Ну, вы сохраните. Нет, он не сбор, просто. Давай. Просто у меня была лекция по метологии, я не знаю, что мне время сейчас. Это я как раз хотела запретить, потому что мне нужно очень любить себя. Шаг работы, я не знаю. Ну ладно, я замечаю. У меня вот это... Ну, сам вообще. Не трудно догадаться, какой он по номеру. Но мне так не правда. Нет, правда. Просто...